очень много доступных мест, где можно заниматься спортом. Здоровый образ жизни, он должен присутствовать везде, во всем. Я сама занимаюсь, я бегаю. Массовый спорт надо развивать совместными усилиями. Сейчас в Астане очень много доступных мест, где можно заниматься спортом. И, в принципе, нет ограничений по спорту. И цены доступны, и очень много парков открытых. Поэтому здесь нужно только желание. И сейчас, если вы можете заметить, уже очень много людей, и молодых, и взрослых, особенно молодежи, которая занимается, ведет активный образ жизни, занимается. Человек, который занимается спортом, это счастливый человек априори, поэтому... И мысли у него будут хорошие, и цели, и смысл жизни приобретается, например, ну, вот у людей, которых, допустим, там, ему нет, скажем, да? Поэтому заниматься спортом обязательно нужно. Массовый спорт – это всегда хорошо, здоровый образ жизни, он должен присутствовать везде, во всем, в том числе касается это наших детей. Везде повсеместно должны развиваться и кружки, и секции, и в этом году я знаю, что арт-спорт – еду очень хорошо себя показал, проявил. Мы сами подключились к этой программе. Я считаю, что очень здорово в нашей стране все эти инициативы поддерживаются, и это уже не предел, потому что есть всегда куда развиваться, куда стремиться. Большое спасибо нашему президенту, что поддерживает такие инициативы. Поэтому пусть все получится. Спорт дает массу преимуществ, получается, это как бы здоровое тело, и это как бы можно превратить в хобби, твое любимое занятие, и это не дает тебе оставаться скучным. Это полезно, ты там можешь найти себе друзей, там можешь найти себе союзников, можешь там с кем-то посоревноваться, ходить на соревнования. Политика развития массового спорта, это правильно, я считаю? Нужно строить побольше секций, я считаю. Чтобы доступно было всем, чтобы могли заниматься дети. И желательно бесплатно, потому что не все могут оплатить, а это очень дорогое удовольствие. Я сама занимаюсь, я бегаю, на тренажерах занимаюсь и советую всем. В этом направлении политика правильно ведется. Да, нужно развивать побольше. Каждые выходные в России выбираем время для того, чтобы семьей отдохнуть. Это, во-первых, общение между детьми, здоровье – это самое главное. Потому что вот, время проводим именно в свежем воздухе, чтобы они вот… Они и так занимаются спортом, дети мои. Но здесь в парке, действительно, чтобы они увидели действительно вот, общение, даже встречаясь с своими друзьями, встречаясь с одноклассниками. То есть все направлено на здоровье, на укрепление семьи, вот, между детьми общение. Вот. То есть это с детских лет, чтобы они понимали, что действительно спорт для здоровья полезный. Вот. Поддержим главу государства, которое направлено действительно то, что занятие общедоступным спортом, физкультуры действительно вот, полностью поддержим, потому что она направлена именно для нашего благосостояния народа, для здоровья нации. Лучше площадок спортивных делать в каждом дворе. Сейчас они у нас, в принципе, развиваются. Видно, что строить больше. На самом деле в Нур-Султане сейчас много сделано для того, чтобы развивать общественный спорт, потому что строятся площадки, уличные площадки для занятия спортом. Поэтому я думаю, главная погода, чтобы была, а так всех призываю заниматься спортом хотя бы 3 раза в неделю. Я всю жизнь немного занимался спортом. Это были боевые искусства, баскетбол, а сейчас просто фитнес, пробежки и занятия в спортзале. Поэтому я поддерживаю президента и, соответственно, инициативы по развитию общественного спорта. Массовый спорт надо развивать совместными усилиями. Это проводить мероприятия всяческие. И давать людям побольше возможностей, таких как вот строительство таких зон отдыха, где можно проводить время все вместе с семьей.